Здравствуйте, дорогие зрители канала Сотник ТВ. Вообще-то этот контент мы производим только для патронов нашего канала. Кстати, подписаться на Patreon вы можете легко и непринужденно прямо сейчас. Но раз уж у нас отпуск, то мы решили поделиться некоторыми отдельными фрагментами нашего топ-контента. Но только некоторыми. Так что добро пожаловать в золотой фонд Сотник ТВ и подписывайтесь на Patreon, ведь там еще интереснее. Поехали! Добро пожаловать на политический релакс в программе «Споки-ноки. Взрослятина». В прошлой нашей программе про полбогатыря нам поведал сказку морозоустойчивый депутат в законе Николай Незабалуев. Ну а сегодня у нас, можно сказать, день дипломатии. И моя собеседница – несравненная Мария Нахалова. Добрый день, Мария Владимировна. Всем хелло и доброго здоровья. Кроме врагов, чтобы они все передохли. Вот сейчас страшно стало. Вы список врагов уже составили? Ну как, внушительный получился? Нормальный. Кто не помер, тот помрет. Ну и как проходит подготовка к встрече с Джо Байденом? Какие вопросы планируется затронуть? Ну что, предъявы готовим. По каждому обоссанному подъезду. Вот прям по конкретным адресам. А то, прав, Дмитрий Анатольевич, обурели в корягу. Сколько можно позволять гадить на лестничных клетках, а? То Обама повадился, теперь вот этот Джо. Невозможно уже. Глаза режет, всей страной в респираторах ходим. Про подъезды понятно. Надо ли ожидать потепления в отношениях с Западом? Вообще странный, наверное, вопрос, тем не менее задам. Но надо ли ожидать потепления с Западом или следует все-таки готовиться к ледниковому периоду? Мы не только разогреть, мы и вскипятить можем. Пара Посейдонов и здравствуй, освежающее цунами по всему побережью. То есть переговоры будем вести однозначно с позиции силы? Ну а что, мы сильная держава, хватит ходить на цирлах. Для начала откажемся от их поганого доллара. Скажите, зачем доллар Баби Мани? Ей вполне сойдут юани. Ой, Мария Владимировна, вы ведь не в измененном состоянии сегодня, нет? Вы лучше скажите, за что наложили санкции на 9 граждан Канады? Вот за что? На начальницу конной полиции, госпожу Бренду Лаки. Ей-то за что санкции впаяли, скажите? Ну а чё, ржачно? Санкции должны быть конские, чтобы ни одна кобылица не доскакала до границы. Рифма пошла, пыль в ноздрю зашла. Ну, давайте вернемся все-таки к главному событию, запланированному в июне. Некоторые злопыхатели говорят, что Владимир Путин поедет к Байдену со слабыми картами. Это для вас они слабые, а для нас прикольные. Козыри пятой масти, это по нашей МИДовской части. Я боюсь ошибиться, потому что не картежник, но в картах вроде бы там 4 масти, разве нет? Это для лоха 4, для блатного 5. Ему похрен чем играть, там сразу мат. С первого хода. Ах, вы в этом смысле? Да в любом. Вон, смотрите, как Макрон по морде-то отхватил. Как лох последний. У нас попробовал бы кто-нибудь так краги свои распустить. На уровне мысли бы отловили и замахнуться бы не успел. Но центр Э вы имеете в виду? А этот центр уже переименован. В центр Э ты чё, козёл, задумал? Ну хорошо, хорошо. Хотелось бы всё-таки узнать подробности подготовки Путина к встрече с американским президентом. А ничего нового. Наш-то переговорщик опытный. С Байденом с этим уже встречался. В прошлый раз пальцы веером конкретно помогли, отмахался. Ну а на этот раз у него советники хорошие, оберег ему подарили, заклинания от Гаги выучили, так что все нормуль. Америка буль-буль. Вы хотели сказать гудбай? Ты меня не перебивай. Наш вождь готовится серьезно. Никаких поблажек янки.
А мне пора, меня ждут на грандиозной на встрече в культурном центре. Секундочку, секундочку, Мария Владимировна, секундочку. А как же сказка на ночь? Ну... Ой, я ж совсем забыла, да. Ну ладно, первую серию своей сказочки расскажу. Она двухсерийная. Сегодня про подготовку к встрече с фраером заморским. Спасибо, что не отказали. Смотрим. Короче, сменился за бугром главный фраер. Прежний-то был еще ничего, но рыжий такой, наглый, но лоховатый. В общем, ладить можно. Ну и с царь-фюрером Пасконным постоянно там перемигивался. Воздушные поцелуйчики посылал. Ну, в общем, все было чин-чинарем и строго по понятиям. Мирная распальцовка, типа в обмен на невмешательство, ага. А тут пришел, значит, новый фраерюга и забыковал. «Убийца, — говорит ваш царь-пахан, — и лошара подзаборная. И такую самцовость предъявил, что у всей православной братвы ништяки в горле застряли». Пахан, конечно, усмехнулся, говорит, «Ну, кто обзывается, тот так сам и называется». А пацаны не, бритыми головами качают. «Не дело, — говорят, — брателло, такую предъяву-то на тормозах спускать. Не доводи до греха, уделай лоха». А царь-пахан смотрит на фраера этого заморского и прикидывает, то ли трап ему пальмухой намазать, чтоб кости разбросал, то ли чаем двери смазать, то ли новичка в штаны налить. Ну, вариантов-то много. Но братва не соглашается. Согнула аппликатуру и ни в какую. Хотим, говорят, самцовый бой между вами позырить. И чтобы мясо шматьем от чуждого фраера по углам ринга разлеталось. Ну, царь-пахан задачу всосал. Для начала всю мразоту нелояльную к ногтю прижал. Вышки по периметру зоны поставил. Ну, чтобы ни одна гнида за чужого фраера в подзаборье во время боя не болела. И направил маляву, типа, выходи на ринг, старый глистоносец. Мне как раз в кабинете, мол, скальпа твоего не хватает. Ну, тот, конечно, увлажнился там в нашем подъезде. Ну, а что делать-то? Вызов принял, коучей своих позвал, малохольных. Всех этих халков зеленомордых и прочих железных пауков, Марвелом недоделанных. А скрепный пахан набрался духу, качает бицуху, а то, что не качается, значит, понтами заполняется. И пришел к нему ближайший брателло Шайга, таежная нога, и говорит, вот, держи ракету офигенной длины, заправь ее в штаны, она, значит, порвет штанину и накроет вражью скотину. А потом пришел гундяй-старикашка. Вот, говорит, тебе коптилка-многомашка. Коли от братвы не откажешься, от любой гаги четко отмашешься. В общем, благословила братва царь-пахана, да и села боя дожидаться. А вокруг, значит, бегают шавки, делайте ставки, если денег хватает, кто кого ушатает. И весь мир заткнулся в ожидании. Ну вот и мы сидим, ждем, не орем, только сопли пузырем. Споки-ноки, взрослятина.